Девчонки, всем привет! В сегодняшнем видео я покажу вам заказ. Ну, неважно даже по какому каталогу он сделан. В принципе, я делаю его по 16-му каталогу, но я думаю, много интересного здесь узнаете. Особенно те, которые недавно присоединились в компанию Faberlic. Потому что здесь есть и продукты, которые я заказываю уже неоднократно, и те, которые я получила совершенно бесплатно. Начну я, пожалуй, с этих коробочек. Здесь у меня целых 4 штуки. Это крем с термоэффектом. Не перестаю о нем говорить постоянно всем. И рекомендую иметь в каждом доме вот этот вот крем, потому что я им спасаюсь в период простудных заболеваний, ОРВИ, когда грипп, насморк, сопли и так далее. Как я им пользуюсь? Видите, во-первых, у него состав очень хороший, единственное, он противопоказан тем, у кого есть аллергия на продукты пчеловодства. Они здесь присутствуют. Также здесь есть экстракт шалфея, видите, масло чайного дерева. Но я думаю, вы без меня прочитайте состав. Состав потрясающий. И как я им, как правило, пользуюсь. Если, допустим, я... замерзли у меня ноги на улице, я прихожу домой, грею их в теплой воде и потом наношу вот этот вот крем. Позволяет быстро отойти ногам и дальше не заболеть там низу живота, циститу и так далее. И простудными заболеваниями в том числе. Также, если, допустим, я чувствую, что у меня заболевает горло, першит в горле, я на ночь наношу крем на горло. Можете, если у вас проблемы с щитовидкой, не знаю, можно его наносить или нет на щитовидку, можете, вот избегая области щитовидки. А если, допустим, я кашляю, я тоже намазываю область груди, избегая области сердца, и спину, тоже спину, избегая области сердца, то есть грудь мажу и спину мажу, кроме области сердца. И спать ложусь, накрываюсь теплым одеялом, ложусь спать. Как правило, я уже на протяжении 5 лет вообще не лечусь никакими лекарствами, таблетками я имею в виду. А вот применяю натуральные какие-то продукты, в том числе вот этот крем с термоэффектом. Также у меня берут его пожилые люди, кто-то там растянул, потянул спину, когда носил тяжелое, суставы мазать им можно. То есть одна женщина меня берет, это вот как раз 4 штуки, это заказанные ее крема. Она говорит, я им пользуюсь во всех случаях. Что-то где-то заболело, единственное, если вы там рану поставили, он жгучий, очень разогревающий, поэтому ни в коем случае на открытые какие-то поверхности не наносите. Также уже не первый мой заказ, это Дэн из ПКМ. Вот что значит попробовать самой. И, естественно, потом это просто катастрофическими масштабами начинает продаваться, объемами. Это я уже заказала себе. Тот, который я вам показывала предыдущий, это был для родителей. Потом я вот этот заказала себе. И еще у меня поступил заказ. То есть как только начала я им сама пользоваться, я его применяю во всех случаях. Головная боль, мы уже пробовали его на спине, сразу снимает вот резкие такие болевые ощущения в спине. Но, естественно, это не отменяет у вас прохождение МРТ, там, каких-то диагностических таких моментов, чтобы проверить, что у вас на самом деле. То есть, если возникает какая-то боль. При псориазе он хорошо. Если болеет ребенок, были случаи, у нас лечил с первого дня, за один день использования горло, ангину лечил, зубная боль. Ну, то есть у него вообще настолько перечень просто колоссальный, спектр применения огромен, что я считаю, что данный товар должен находиться в каждом доме. Причем у меня Юлька, которая вот держит офис на первом Топольчанском проезде, дом 7, еще наш второй офис Солнечным, она недавно была у врача с ребенком, который приписал ряд процедур, таких физиотерапевтических, в том числе был вот этот Денис, применение Денис ПКМ, к нему идет разъемник и очки, которые приобретаются отдельно. И вот, то есть она была в частной клинике, ей прям дали такую распечаточку, где были написаны все процедуры, которые нужно было пройти, в том числе Денис ПКМ с этими очками. Эти процедуры делаются в частных клиниках, у которых есть вот такое вот оборудование. Кто говорит, я от врачей не слышал, но, как правило, это оборудование, которое нужно закупать, в которое нужно вкладывать деньги, и уж в наших поликлиниках государственных вы такого точно не найдете. Естественно, если вы придете, вот денос-терапия – это общепризнанный и получивший лицензию метод лечения, физиотерапевтический метод лечения, такой же, как и магнитотерапия и прочее, прочее. То есть его даже приписывают в частных клиниках, которые имеют вот такое вот оборудование. Вот эти вот пакетики я получила бесплатно. Пакетики, чай получила бесплатно пакетированный. Это чай с чабрецом, обожаю его, и обычный черный чай без всяких добавок.
Почему бесплатно? Потому что каждый, кто зарегистрирован в компанию Faber-Lic, ссылочку для регистрации я оставлю в инфобоксе к этому видео. Кстати, присоединяйтесь, заполняйте обычную регистрационную форму, распространять продукцию не обязательно, вы можете просто заказывать для себя и получать в офисе своего города. Также делайте заказ, как в обычном интернет-магазине. Я думаю, если вы хотя бы раз делали заказ через интернет-магазин, вы справитесь. После регистрации вам на телефон приходит логин и пароль. Для доступа в личный кабинет заходите, выбираете место, удобное вам для получения. Если в вашем городе нету пункта выдачи, то можете оформить на почтовое отделение. И все, и вам товар туда приходит, вы его оплачиваете и забираете. И каждый консультант, кто делает заказ, ему начисляется на каждый его заказ определенное количество баллов, которые он потом может обменять на подарки. И вот этот вот чай, например, стоимостью 15 баллов. Сколько это в деньгах, я не знаю. То есть, например, сделали вы заказ на 2000, у вас там за 2000 накопилось 15 баллов. На этом, грубо говоря, говорю, потому что у каждого товара есть определенное количество баллов. И в зависимости от того, что вы набьете в этот заказ, у вас будет либо 10, либо 15, либо 20 баллов. И потом проходит месяц, истекает каталог, начинается следующий, и вы эти баллы при достижении 15 баллов можете обменять на подарки. Но у меня очень много баллов, потому что я 100 баллов каждый период делаю заказ, и поэтому я такой чай получаю абсолютно бесплатно. А также его заказываю порошок. Вот этот у нас очень хороший, уже натараторила на 6 минут, аж устала. Вот. Он безфосфатный порошок. Можно его стирать даже детские вещи. Он очень экономичный. Его достаточно вот в данный момент на мою стиральную машинку 4,5 килограмма. Я кладу всего лишь 20 грамм. То есть даже меньше, чем тут написано на упаковке. И у меня, тем не менее, отлично справляется со стиркой, ну, не сильно загрязненных, кстати, таких вот вещей. Подходит он для цветного белья, то есть содержит в составе в своем не энзимы, а закрепитель типа краски. Ну, тут вы можете стоп-кадр, если нажмете, все преимущества этого порошка сможете посмотреть. Также можете заказать пробнички. На каждый парфюм у нас есть пробничек туалетной воды. И, допустим, чтобы не ошибиться с выбором той или иной туалетной водички, можете, ну и те, которые занимаются продажами парфюмированных водичек, закажите себе пробнички, вы можете, во-первых, сами попробовать и не выбросить деньги, опять же, на парфюм, тот, который вам там потом пролежит. А можете взять туалетную водичку, сами попробуйте, кому-то дадите. У меня девчонка заказала один пробничек, продала по этому пробнику, настолько всем понравилось, 9 туалетных водичек. То есть очень выгодно, а стоимость одного составляет там около 30 рублей. И вот есть у нас еще... Sorry. Вот такие вот спреи для воздуха, освежители, они на водной основе. Есть запахом цветков, цветочный, цитрусовый, яркий, насыщенный, лимонный аромат, прям такой ярко выраженный. Цитрусовый, есть еще тропический бриз, антитабак, яблоко с корицей. Ой, нет, апельсин с корицей, яблоко есть еще. Чем они мне нравятся? Тем, что после их использования мне не першит в горле. Я не пользуюсь освежителями, которые вот газопропелленты, ну, то есть вот такие вот под давлением распыляются. Никогда им не пользовалась, никогда не любила, потому что для меня это химический запах. Здесь же он более такой натуральный, но, естественно, на водной основе. Тоже используются органические компоненты. И, в принципе, надолго хватает. И даже когда, так как я не люблю сильно концентрированные запахи, например, я половинку использую и потом доливаю обычную воду. И поэтому расход у меня его минимальный. Ну, я не люблю сильно концентрированные запахи. Для меня просто должен быть легкий аромат. Ему можно использовать не только для, например, туалета, но и просто для освежения воздуха в комнате. В машину можно положить его, в шкафу, в духовом распрыскивать и так далее. Ну, то есть на всякий случай жизни, на все случаи жизни. Ну, вот и все. Кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, регистрируйтесь в компанию Faber-Lic. До новых встреч. Всем пока-пока.